Я на видео снимаю. Смотрите, я снимаю видео. Скажите, что у нас здесь уже вот ему на это, что здесь бельевин есть. Владимир Михайлович, слышишь меня нет? Да. Смотрим, что здесь уже куча бюллетеней. Покажи, что у них все... Ты какую партию можно сказать? За какую? За какую? Пустые они. Провокация какая-то. Да, ужасная провокация. Нет. Здесь стоит... Ой, Единая Россия, боже мой. Единая. Не, Владимир Михайлович, не надо все и так понимать. Сейчас разберемся. Так. Все, убирайся. Единая Россия. Уходите, уходите, давай. Парится на купюру, пытается уже столько народу. Бери, не тяни. Нет, не надо, Подождите, что здесь происходит? Минуту. Кто вы такая? Член ТИК, вот подтвердит ваш коллега. Ваш документ. Что случилось? Расскажите мне, пожалуйста. Вот, случайно. Вам наружный полный документ. Случайно урна заполнена бюллетенями, в которой стоит галочка «Единая Россия». Что-то там, да, какая-то. Значит, это не да, все, давай. Мы сейчас уберем эту нужду, но выяснение обстоятельств. Нет, уважаемая. Федорова Наталья Валерьевна. Давайте, протоколы. Чем ты? Составляем протокол, потом печатаем. Я вызывал, подойдите, пожалуйста. У нас большой скандал. Смотрите, вот этот вот товарищ в кепочке, он против нас явно, начальство участка. Вот этот товарищ вроде бы правильно себя ведет, вот этот тоже. Здравствуйте, да. Мы с вами знакомы. Бакунин Владимир Петрович, да, я его вызывал. Уполномоченный КПРФ. Показываю. Вот, да, я вас тоже сниму. Да, без проблем. Ага, спасибо. Протокольчик. Ну вы тут подставные вы одно и то же берете какое-то, да. Давайте печатаем, потом разберем. Опечатать и убрать. За Единую Россию. Владимир Петрович, Мы изымаем. Поставите подписи на урне. Да. Вы поставите подписи. Она будет стоять. Будет стоять. Работать будет у нас стоять. Работать будет у нас должен. Сейчас актика есть кто? Вот мы двоим. Вот очень прошу. Подтвердили. Хорошо. Помощник депутата. Мы должны. Помощник депутата. Бакунина опечатает. Она будет опечатать. Опечатает. Вы поставите Вы поставите и мы ее изымаем. Протокол. Давай. Составляем.